До 2040 года в Дагестане в долгосрочную программу капремонта включено еще 100 многоквартирных домов. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства республики в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Дагестане на 2014-2040 годы. Так, в программу дополнительно включены многоквартирные дома, которые были сданы в эксплуатацию и на которые получены документы о праве собственности. Вместе с тем, из программы исключены 33 многоквартирных дома, в числе которых 5 коммерческих зданий, 14 объектов блокированной застройки, 5 домов, не введенных в эксплуатацию и так далее. Согласно внесенным поправкам, в настоящее время в долгосрочную программу капремонта включено 3502 многоквартирных дома. Список и очередность проведения капремонта в домах определяются по нескольким критериям: год строительства дома, год последнего проведения капремонта, техническое состояние строения и так далее. Отметим, что реестр многоквартирных домов в долгосрочной программе ежегодно актуализируется не менее одного раза. В рамках актуализации в республике ведется сбор информации о домах, о количестве жильцов и собственников.